Вот так матка его ищет. Ячейку. Вот нашла. Сегодня тепло. March 26. Матка его 55-я линия. Хорошая генетика у 55-х. Вы видите пчелу. Однородный желтый цвет. Это дочка от племенной 55-й. Маточка не обращает внимания. Занимается своей работой. Окружила свита. Ухаживают. Видно пчелу. Красивый золотой однородный цвет. Это еще одна маточка, сделанная ОИ. Это дочка 55-й. Особенность этой матки — осеменение производилось по схеме брат-сестра. Ну вот, нашла пустую ячейку. Откладывает яйцо. То есть матка не обращает внимания, что я рамку достал из гнезда. Это плюс 12-13 сегодня у нас. Она откладывает яйца, делает свою работу. Вы знаете, я работаю в очень плотном инбридинге, закрепляю цвет в своих линиях. И работаю в первую очередь над цветом. Что интересно, и брат Адам работал по цвету. Я заметил уже не первый год, вместе с цветом в моих линиях передается ХПП породы пчел Баквост.
Вот она ищет пустую ячейку, чтобы сделать свою королевскую работу. Положить драгоценное яйцо. Вы видите цвет пчел. Он стабильный. Это Golden Bacchus Беларусь. Конечно, это работа. Как сказал известный селекционер Европы в личной беседе со мной, это был самый правильный путь — работа по цвету и работа с трутнем. Когда я начинал работу 3 года назад в Белоруссии, работа с цветом и разговоры о цвете не придавались такого большого значения. Перечитывая много раз книгу Адама об аквасте, я между строк видел, что Адам придавал все-таки цвету большую значимость. Хотя встречаются его слова, что однородность пчелы не может быть абсолютным плюсом в селекции пчелы Бакваст. Маточка работает, вы видите. То есть у матки запущен механизм обновления гнезда и наращивания пчел. У нас не особо идет много пыльцы. Я мало вижу у меня здесь в моей местности пчел с пыльцой. Находимся в север Беларуси. Пчела ведет себя спокойно. Они не сбиваются в кучу. Можно видеть, как пчелы сидят на соте. Плотным ковром. Поэтому я лично цвету придаю большое значение в моей селекции пчелы Бакваст в условиях Беларуси. Я часто слышу: у вас итальянка? Я говорю: нет. На моей пасеке уже 5-6 генерация маток. Смотреть педигри, на базе каких линий были созданы мои новые комбинации. Там итальянки не присутствуют уже десятки лет. И это работа, моя работа в селекции Golden Bacchus Беларусь. Это новая матка. Также Golden Bacchus Беларусь. Но влита совершенно новая кровь. Здесь присутствует кровь уже моя знаменитая B100. И кровь генетики 366 Дайхмана. Вот такая маточка.
вы знаете, я мечу свои линии особыми палитками. Каждая линия, каждая новая комбинация имеет свой цветовой код, значение которого знаю только я. Мне легко тестировать так маток, когда матки идут в продажу. Я просто спрашиваю, какой цвет сработал, и могу делать анализ линий. Вот так же маточка ищет пустую ячейку. Это наш белорусский бакласт. Я ввожу в свои линии только проверенный материал, который отработал на пасеках в Беларуси. Видно, пчела вся желтая. Вообще считаю, если нет стабильности в условно-племенных матках, и они дают серую, рыжую и разную пчелу, в селекцию такие матки не должны идти. Это мое мнение. Все-таки, когда есть стабильность в пчеле, пускай это будет не супер производительные семьи, а средние, есть потенциал для работы. Вот такие весенние матки Golden Buckwheat Беларусь.